Здравствуйте, уважаемые видеозрители. Хотел с вами обсудить тот вопрос, как подключить джойстик. Да-да, геймпад беспроводной, проводной, Microsoft Xbox VLC плюс кабель. Как подключить его к компьютеру без Bluetooth, собственно, без провода по Bluetooth. Погоди, давай заново. Здравствуйте, друзья. Хотел с вами поделиться информацией, как подключить джойстик Xbox One к компьютеру. Как вы хотите это сделать? Посредством Bluetooth? Да, посредством Bluetooth. Без каких-то... А в компьютере встроенный Bluetooth у вас? Нет, именно для этого понадобится вам Bluetooth приемник, если у вас нету в компьютере встроенного Bluetooth. У меня вот такой я купил, Asus, ну, собственно, BT500, видно на видео. Не знаю, хороший он или нет, но, в принципе, все функции свои выполняет и достаточно неплохо. Купил я его в DNS за 1300 рублей, если я не ошибаюсь, 1400. Вот, плюс вам понадобится две батарейки, плюс, собственно, сам геймпад нужно будет купить, если вы хотите, ну, собственно, это делать. Что нужно для того, чтобы геймпад у вас работал без провода? Собственно, этот Bluetooth-приемник нужно включить в компьютер. А в самом компьютере появится значок Bluetooth. Нужно будет нажать добавление Bluetooth устройства. Поставить батарейки, наверное, в Xbox этот еще. Поставить батарейки в Xbox, собственно, джойстик. Джойстик обычный, вам две батарейки, а понадобится, ну, можно взять, собственно, аккумуляторы, какие вам будут удобнее. Спросите у продавца, если он разбирается, он подскажет вам, что нужно делать. Если он молодец. А если нет, напишите ему жалобную книгу, что он козел. Поставить батарейки на геймпад. Вот. Bluetooth у вас высветится, собственно, в углу значок Bluetooth. Нажмете добавление устройства Bluetooth. Откроется окошко такое. В нем нажмете добавление Bluetooth или другого устройства. Вот. Пока это оставим, на джойстике же нужно удержать, собственно, кнопочку Xbox. Вот, просто я потратил весь вечер вчерашний, и чтобы все это наладить. И хотел поделиться, чтобы кто-то, мало ли, вдруг не знает, что я не тратил столько много времени. Так, собственно, тут начнет мигать медленно кнопка. Тут сверху есть кнопочка, вот такая вот маленькая. Ее надо удержать, чтобы... Собственно, кнопка начала мигать быстрее. Вот, на компьютере же вы нажимаете Bluetooth, мышь, клавиатуры, перья или аудио и другие типы устройств Bluetooth. Окей. Тут вот появляется Xbox Wireless Controller. Выполняется подключение, жмем. Окей, все готово, все работает. Супер. Какой вопрос, скажите, вы добавляли какие-нибудь драйвера сюда? Да, джойстик появился, вот он работает. Все, можно, как бы, собственно, тут перестала мигать кнопка. Все, как бы, просто светится, и все, он работает круто. Вот, но единственное, что в чем была проблема, он не работал ни в одной игре, а в каких-то играх, даже, ну, практически ни в одной, а в каких-то, в которых работал некорректно. То есть в том же Resident вместо кнопки X была кнопка 5. Связано это с обновлением Windows. У тех, у кого обновления Windows нет, у тех возникает эта проблема, собственно. То есть для того, чтобы у вас джойстик работал корректно, определялся как нужно, вам нужно скачать обновление на Windows. Можно с официального сайта, там я оставлю ссылку, если найду, откуда я скачивал. Вот, но называется оно так вот: Windows 10 21 H1, ну, собственно, 64 или 86, сколько там вам надо бит. Поставить это обновление, оно ставится, не удаляя ничего с компьютера. То есть у меня как было, так все и осталось. Оно где-то около получаса, наверное, устанавливалось.
Быстро нам, просто главное не нажмите, чтобы все у вас там удалилось, там будет выбор, ну, определюсь. Сколько попыток скачать нужную Windows вы произвели? Ну, я вот много, я вот весь вечер потратил, всю ночь потратил, чтобы отладить этот вопрос, как бы решить. Но вроде бы все получилось удачно. Вот главное, до того момента, пока я не установил это обновление, ничего не работало. Я уже думал, что что-то не так, либо с приемником, либо с джойстиком, либо еще с чем-то, с компьютером. Вот. Но как установил это обновление, сразу все стало как нужно. Плюс ко всему, в комментариях многие, ну, я гуглил всю эту информацию, в комментариях многие писали, что джойстик отключается у них на некоторое время, ну, через некоторое время после пользования отключается. И когда я начал пользоваться, действительно, да, отключался джойстик у меня тоже. Но у меня были проблемы с блоком питания. Я подумал, что это связано, повытыкал просто USB, и, собственно, он отключаться перестал. И то есть подобрали нужные, что вы нашли подходящий USB-порт, и говоришь, нет, я просто отключил все ненужные USB-порта. Тогда была небольшая пауза. Остановились мы на том, что контроллер отключался. Но он отключался у меня из-за блока питания, потому что был большой расход электричества. И, собственно, другие. Я выткнул USB, он заработал. Вот. Обновление. Вам нужно выполнить Windows, да? Единственное, у вас потом желтые папочки очень станут желтого цвета почему-то. Чтобы выключить контроллер, вам нужно удерживать кнопку нажатой какое-то количество времени, пока она не погаснет. Вот. Чтобы включить его, опять же, нужно нажать на кнопку, пока она не загорится. Дальше нажимать ничего не нужно, она сама находит, собственно, Windows. Единственный вопрос, будет ли два джойстика работать, смогут ли они правильно определяться. Об этом мы расскажем в следующий раз. Ну да, мы тогда возьмем второй джойстик, попробуем, и я могу поделиться, рассказать, что из этого получилось. Вот, поэтому сейчас включили мы джойстик, и где эта игра сейчас? Нужно девушка поиграет, вы посмотрите, что все работает так, как нужно. Еще хотел сказать, что джойстик очень хорошо работает, отлично на гонках, вот, которые вы видите, на каждой камушек, каждой кочке очень чувствуется. Потрясающе, то есть крутой джойстик и советы. Это все, друзья, чем мы хотели с вами поделиться. Надеюсь, у вас все получится. Удачи вам и до свидания. Скипается все очень хорошо. Number one suspect. Oh, oh. I'm with number one suspect.